Пам-пам-пам, ребята, всем привет, меня зовут Вика, вы на моем канале. И да, хотел бы сделать маленькое объявление. Ребят, если что, на выгрузку у меня 3 видео. YouTube что-то глючит, видео выгружаются на YouTube очень-очень долго, поэтому я не думаю, что даже у меня все получится видео выгрузить, которые я вот отсняла 3 на даче, просто потому что я не знаю, что с ним происходит. Ну ладно, я все-таки буду надеяться, что я загружу все. И как вы поняли, может, по фоткам в Инстаграме, ВКонтакте, я вчера была на Яндекс.Пикнике, я купалась, я все это отсняла на GoPro, в воде тоже снимала. Но, ребят, так как вот эти 3 видео, которые загружаются на YouTube очень долго, они у меня очень много памяти занимают в компе. То есть я даже монтировать не могу, потому что у меня они еще не выгрузились, а только когда они выгрузятся, я их удалю с Мака, у меня появится память. По поводу Back to School, ребят, будет отснято целых 3 видео, возможно 2. Первый вариант, 3 видео. Первое видео — это влог, как мы идем закупаться. Второе видео — это Back to School. И третье видео — это влог с 1 сентября. Ну, или если не с 1, то просто один день 5 класса. Или же 2 видео, Back to School и видео 1 сентября, или же другой обычный день. А почему не будет, возможно, влога? Потому что, ребят, возможно, мне все это просто доставят. Я пока что еще ничего не знаю, ну и ждите видосов. И да, ребята, возможно, уже скоро со мной на дачу поедет моя прилучшая подруга Настя Рэй. Кстати, она тоже была вчера на Яндекс.Пикнике, видюшки увидите. Вот, ну, скорее всего, на 2 недели. Будет безумно круто, и одна из самых главных новостей этого видео, то, что мне в iPad или сим-карту безлимитную, точно такую же, как стоит у меня в телефоне. То есть видео половина будет сниматься на камеру и монтироваться, и буду выгружать их, когда буду приезжать в Москву. И другая половина видео будет сниматься на iPad и выгружаться в этот же день или в другой день. С Настей мы снимаем много видео, вот, так что ждите, ребят, просто это будет бомбезно. Ну а пока.